День добрый. Сегодня на обзоре фанко-поп фигурка Стэн Ли. Стэн Ли – это американский писатель, актер, продюсер, сценарист и, наконец-таки, создатель множества персонажей комиксов. Он не один, конечно, но все же он создал Человека-паука, Халка, Фантастическую четверку, Железного человека, Тора, Людей Икс и многих других персонажей. Как актер он снялся в ролях второго плана и, конечно же, камео. Сегодняшняя фигурка как раз об этом. Это камео Стэна Ли из фильма «Стражи Галактики 2». Наблюдатель в образе астронавта. Эта фигурка эксклюзив к Нью-Йоркскому Комик-Кону. Сзади у нас обычная коллекция «Стражи Галактики». Это «Звездный Лорд», «Гамора», «Дракс», «Ракета», «Грут», «Небула», Мантис, Эго и Тезерфейс. Давайте откроем и посмотрим его поближе. Так, вот наш Стэн Ли. Одет он в космический скафандр оранжевого цвета. Вообще такой цвет нужен для упрощения задачи поиска человека, одетого в него. Также перчатки и ботиночки. Ну и, конечно же, шлем. Из-за него голова просто нереально тяжелая. Но отбалансирован он хорошо. То есть стоит на своих двоих без подставочки. Качество фигурки очень даже ничего, если не считать небольших царапин на самом шлеме. В общем, вот такой Стэн в скафандре. И вам спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки. Всем пока.